Зрителям, подписчикам, привет! Сегодня будем собирать теплицу 4х6 под стекло. Начнем сегодня, закончим когда? Через пару дней, наверное. 3х6 уже стоит у нас, и 2,5х6 тоже будет стеклянная. Работы дня на 3. Пока собираем каркасы. Мы поставили, закрепили их к бетону. Здесь бетон немножко неровный. Пришлось равнять с помощью подкладок. Это 4-метровая. 2,5 метра. Тут немножко получше все, но все равно тоже нужно будет делать что-нибудь, подкладывать. Все, сейчас окончательно выставим, закрепим. И следующий этап — это у нас подготовка к покрытию. Сначала стены, затем крыша. Поставили мы 2 каркаса. Покрыли стены стеклом. Сейчас готовим 2,5 к покрытию крыши. Следующий этап — это откроем крышу у 4. Останутся у нас торцы с дверями и форточные блоки с автоматами. Теплица 2,5 метра у нас полностью. Тоннель покрыт стеклом. Осталось покрыть торцы, вставить дверь. 4 тока, стены готовы. Очень долго выравнивали теплицы на фундаменте. Фундаменты, мягко говоря, немножко неровные. Очень много времени ушло. Но зато потратишь тут время, потом все идет достаточно быстро. Когда теплица стоит ровно, кроется она очень даже неплохо. Успевай только подготавливать. 4 у нас практически готова. Осталось мне установить декоративные переливы. Подрезать профиль, защелкнуть его. Не хватает еще диагональных усилителей и системы подвязки. Основная картинка уже есть. Идем дальше. Трешка готова уже давно, в ней уже помидоры. 2,5, готовность меньше всех. Осталось доделать торцы, настроить двери, установить ручки, 2 форточных блока, диагональные усилители и систему подвязки тоже. Как-то так. Продолжаем работать. Закончили мы монтаж. Такой долгоиграющий проект у нас получился. 3 теплицы, легенды, на одном участке. Все стекло. 2,5. 3. И дальняя 4 метра шириной. Пойдем смотреть. Алюминиевые двери на всех стоят. Двери правые. Тоже со стеклом. Каркас у теплицы сделан из профильной трубы 40 на 40. Также имеются элементы из трубы 20 на 20 и 40 на 20. Покрашено все полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Диагональные усилители на стеклянных теплицах в обязательном порядке устанавливаются. Также есть система подвязки. По 2 нитки на каждую сторону. 3 форточных блока на автоматах. На термоприводах в каждой теплице. В трешке уже сидит рассада. Помидоры. Все то же самое. Система подвязки.
И в каждой теплице натянут трос вдоль стены, вдоль солнечной стены, чтобы прятать растения за вот такой шторой. В теплице жарко, термоприводы работают. Все это стоит у нас на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров к бетону. Четверка. Снизу, как я говорил уже, заказные отливы. Смотрятся супер. Стекло крепится при помощи профиля системы база-крышка. В базу вставляется стекло и защелкивается крышкой. Два элемента. Четырешка самая такая объемная, самая мощная на вид теплица. Сверху усилитель мощный сварен. Вот такие супер теплицы. Вот такие отличные, красивые, просторные теплицы у нас получились. Не могу найти ракурс, чтобы попали все теплицы в кадр. Вот, наверное, единственный более-менее. И то за кустиком спряталась четверка. 2,5, 3 и 4 метра шириной. Длина у всех 6 метров. Супер, супер. Смотрится класс. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока. Вот, еще один ракурс. Все три теплицы в кадре. И еще немножко. Thank you.